Педжурмакунда падавим шрутипхир вимрингьям вимрингьям вим шрутипхир вимрингьям аса махочаранарену джуша махамсям самахочаранарену джуша риндаване кимапигур малатау шатхинам Маратау Шатхинам Ядустья Джам Сваджана Марья Падхам Чахитвам Сваджана Марья Падхим Чахитвам Беджур Мукунда Падавим Шрутипхир Вимрингьям Вимрингьям Падавим Шрутипхир Вимрингьям. Пожалуйста. Я дауся джинам сваджанам харья падам патам чахитва. Я дауся джинам сваджанам чахитва. Бедур мукунда падавим шрутибир вимрингьям. Бедур мукунда падавим шрутибир вимрингьям. Вриндаване кимапи гулмалатау шатхинам. Ядусья джам сваджана марья падхам чахитва. Беджур мукунда падавим шрутипхир вимрингьям. Чарана рину душтам ахамсям. Вриндаване ким апигу малотавша шатхим. Ядустья бжам сваджанам арья падхам чахитвам. Пхеджур мукунда падавим шрутипхир вимрингьям. Асамахо чаранарену джушамахамсям. Вриндаване кимапи гулмалатау шатхинам. Ядусья джам сваджана марья падхам чахитва. Беджур мукунда падавим шрутипхир вимрингьям. Асам. Гопи. Ахо. О. Чаранарену. Пыли с лотосных стоп. Джушам. Преданным. Ахамсям. Пусть я стану. Вриндаване. Во Вриндаване. Ким апи. Любым. Гурма лата ошатхинам. Лата ошатхинам. Из кустов, лиан и трав. Я, они которых. Дустяджам. Очень трудно покинуть. Сваджанам. Членов семьи. Арья Падхам. Путь целомудрия. Ча.
и хитва, оставив беджух, поклонялись Мукунда Падавим, лотосным стопам Мукунды Кришны. Шрути Пхих, с помощью вет, Вимригьям, которого следует искать. Перевод, но здесь перевод выполнен Шрилой Прабхупадой. Это, ну, комментарии, да, написаны. А комментарии учеников Шрилы Прабхупады. Пастушки Вриндавана бросили своих мужей, сыновей и других родственников, расстаться с которыми необычайно трудно, и сошли с пути целомудрия ради того, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого следует искать, постигая веды. О, пусть же мне посчастливится стать кустом, лианой или травинкой во Вриндаване, ибо, наступая на них, гопи благословляют их пылью со своих лотосных стоп. Еще раз перевод. Пастушки Вриндавана бросили своих мужей, сыновей и других родственников, расстаться с которыми необычайно трудно, и сошли с пути целомудрия ради того, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого следует искать, постигая веды. О, пусть же мне посчастливится стать кустом, лианой или травинкой во Вриндаване, ибо, наступая на них, гопи благословляют их пылью со своих лотосных стоп. Комментарии учеников его божественной милости Ачебхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Комментарий. Пословные и литературные переводы этого стиха выполнены Шрилой Прабхупадой и взяты из читания Чаритамриты Антилила 7.47. Здесь Шри Удхава подает совершенный пример истинного вайшнавского смирения. Он не молится о том, чтобы достичь столь же возвышенного уровня любви, что и гопи. Напротив, он мечтает родиться кустом или лианой во Вриндаване, чтобы, когда девушки будут наступать на него, он мог получить благословение в виде пыли их с их лотосных стоп. Гопи были очень застенчивы, а потому ни за что не согласились бы дать подобные благословения такому великому человеку, как Удхава. Поэтому он решил получить их милость хитростью и просит здесь о том, чтобы родиться растением во Вриндаване. Омагьяна тимрандася гинанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри читания манокиштам стапитами на путале сваям рупах кадамах яда дадисва падантикам Андыхам Шри Гурух Шри Тапада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Шча Шри Рупам Сакрачатам Сахагуна Ракхунат Ханвитам Тамсадживам Садвайтам Саваткутам Париджана Сакитам Шри Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакханвитам Ча Хе Кришна Каруна Синху Динабанху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Такта Канчана Гауранге Раде Вриндаванешваре Ришабхана Сутадеви Пранамами Хари Прие Ванча Карпатарупишча Крипа Синтупьявича Патитанам Паваньябьо Вайшнавебе Намо Намаха Намо Вишнападая Кришна Пришхата Лешримати Бхактивиданта Свами Твене Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине не решишь, что не вади пощадить дешерине. Шри Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхар, Швасади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. В первом абзаце комментария написана ссылка на пословный литературный перевод Шрилы Прабхупады Антилила 7.47. Мы, конечно же, откроем Антилилу 7.47. Перевод, ну, пословный литературный перевод точно такой же этого стиха. И есть небольшой комментарий к этому стиху Шрилы Прабхупады в Антилиле. Итак, еще раз перевод. Пастушки Вриндавана бросили своих мужей, сыновей и других родственников, расстаться с которыми необычайно трудно, и сошли с пути целомудрия ради того, чтобы найти прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого следует искать, постигая веды.
О, пусть же мне посчастливится стать кустом, лианой или травинкой во Вриндаване, ибо, наступая на них, гопи благословляют их пылью со своих лотосных стоп. Комментарий в Божественной милости о Чебхе Данте с вами Шрила Прабхупады. Этот стих из Шримад Бхагаватам 10.47.61 произносит Удхава. Когда Кришна послал его во Вриндаван, чтобы он увидел, в каком состоянии находится гопи Вриндавана, Удхава несколько месяцев пробыл в их обществе и все это время беседовал с ними о Кришне. Хотя это было большим облегчением для гопи и других обитателей в Раджабхуме, Вриндавана, Удхава увидел, как тяжело далась гопи разлука с Кришной. Их сердца терзали такие страдания, что иногда они сходили с ума. Наблюдая такую беспримесную преданность и любовь гопи Кришне, Удхава захотел стать травой или каким-нибудь другим растением во Вриндаване, чтобы гопи ходили по нему и посыпали его голову пылью со своих лотосных стоп. Также мы прочитаем это место, то есть когда я читаю 10 главу, я параллельно читаю обычный источник вечного наслаждения. Потому что это, ну, 10 глава, которая написана с Шрилой Прабхупадой, и очень много, ну вот ученики Шрилы Прабхупады, то есть берут из источника вечного наслаждения, тоже, ну как, прям целыми абзацами они могут брать его, ну вот то, что он написал в источнике, и, ну как комментарии здесь. Так, сейчас. Мы найдем. Итак, источник вечного наслаждения. Ну, вот этот стих конкретно, как Шрила Прабхупада его описал в литературном виде. Удхава сказал, хотя гопи родились в семьях простых пастухов, они заслужили высочайшее благословение, которого никогда не удостаивалась ни сама богиня процветания, ни обитательница небес, благоухающий, как лотос. Гопи выпало величайшее счастье, ибо Кришна, танцуя с ними, заключал их в свои объятия и целовал. Кроме гопи, такого счастья не удостоилась ни одна женщина во всех трех мирах. Поэтому я хотел бы родиться лианой или травинкой во Вриндаване. Эти растения благословлены, ибо их касаются стопы гопи. С какой любовью они служат Кришне и самому Мукунде, который дарует освобождение и которого стремятся познать святые и великие мудрецы. Ради него они оставили все – семью, детей, друзей, дом и все мирские привязанности. Осознав, сколь возвышенно гопи, Удхава готов был пасть перед ними ниц и посыпать голову пылью с их стоп. Но он не осмелился попросить у них позволения, ибо опасался, что гопи воспротивится его намерению. Чтобы без их ведома посыпать голову пылью с их стоп, Удхава хотел родиться былинкой на земле Вриндавана. Гопи так привязаны к Кришне, что едва заслышав звуки его флейты, они оставляли свои дома, семьи и детей, забывали о чести, о женской скромности и со всех ног бросались туда, где и ждал Кришна. Им было все равно, бегут ли они по дороге или через лес. Пыль с их стоп незаметно ложилась на травы Вриндавана. Не смея в этой жизни посыпать голову пылью со стоп гопи, Удхава мечтал в будущем родиться во Вриндаване травинкой или другим растением. Тогда он смог бы осуществить свое желание. Кришна, дорогие преданные. Меня зовут Шамахладиня Давидаси. Я из Екатеринбурга. Не знаю, как удобно. Я могу и так говорить. Ну, признаюсь, что мне, ну как, и страшно, и в то же время нет. Потому что никогда у меня не было такой картины, конечно, в голове, чтобы я сидела и в Майпуре, ну, давала класс Шримад Бхагаватам, потому что это место, которому я поклоняюсь. И Шримад Бхагаватам здесь для меня это тоже наставление для меня, то есть это
то, что я слушаю, чему я следую, то, что я записываю в тетрадку. Я слушаю в Екатеринбурге каждый день Шримад Бхагаватам из Майпура. И в то же время мне, ну, как бы, ну, не страшно, и, может быть, даже как-то уютно в вашем обществе, потому что я знаю вас всех, дорогие преданные из Майпура. И я чувствую, что я давно-давно с вами знакома. Вот, потому что я вижу ваше служение в Майпуре. И это очень ответственное служение, потому что Майпур — это источник миссии Господа Чайтаньи. Это источник святого имени, который распространяется на весь мир. Если другие еще святые места, они, ну, закрываются в Кали-югу, да, они уходят в непроявленное состояние, то Майпур, он открывается словно лотос. Он становится все больше и больше. И вот все, что происходит в мире, распространение святого имени, это экспансия Майпура. Потому что здесь Господь Чайтанья явился, и здесь он начал свою санкиртану. И здесь он ее продолжает до сих пор. И чтобы увидеть эти проявленные игры, нужны преданные в Майпуре, которые будут проявлять эти игры, которые своим служением будут делать Майпур проявленным. И когда мы, ну, из других городов, из Ятр, приезжаем сюда, мы берем этот проявленный Майпур благодаря преданным, которые здесь служат, и мы везем его, там, в Екатеринбург, например, чтобы проявить его там. Вот, поэтому, дорогие преданные, я очень хочу выразить вам свою благодарность. Вы те личности, которым я втайне тоже поклоняюсь. Я знаю вас всех, мне не обязательно знать вас по именам, но я вижу вас постоянно, я вижу ваше служение. И я думаю, что именно эта ситуация мне вот представила этот шанс выразить эту благодарность, потому что, ну, я не могла подойти к каждому и сказать, как я благодарна за то, что эти преданные выполняют столько лет одно и то же служение. Вот. А здесь я могу это сказать, что я очень всем признательна. Я очень признательна Нарада Муни Прабху. Я вижу, как он искренне участвует в классе Шримад Бхагаватам. Я вижу, как каждый день он приходит на приветствие божеств и выполняет свое служение. Вот. И я хочу сказать, что ваше служение, оно намного шире, чем, может быть, вам даже здесь кажется. Оно распространяется, ну, как бы, за весь мир, ладно, я не буду говорить, но оно распространяется вот и на нашу ятру тоже. То есть вы не просто звучите в колокол каждое утро, вы звучите, так сказать, этот колокол звучит, в общем-то, и в нашей ятре тоже. Поверьте мне, пожалуйста, дорогие преданные. И Шримад Бхагаватам, который вы здесь проводите, я очень благодарна преданным, которые ведут трансляции. Это величайшая удача вообще для, ну, для всех русских преданных слушать Шримад Бхагаватам из Майпура. Я очень благодарна тем преданным, которые ведут трансляции с храма. Я помню, как это начиналось. Когда только начинался Майпур ТВ, его, по-моему, организовал ученица Шрила Прабхупады, нет? Ага. Угу. Да, и я помню, как это начиналось, какие были технические особенности в то время. Вот, потому что, ну, мы могли только съездить в Майпур и унести его в, ну, в своем сердце, да? И это была вот эта вот такая вот разлука. Она была очень полезная для нас, конечно же, но ведь, ведь просто хотелось приобщиться к Майпуру постоянно.
И когда начинались этот Майпур ТВ, я помню, что это было лет, наверное, лет 17 назад, потому что я помню, что моему сыну было 2 года. Мы переехали просто немножко в другую квартиру. Вот, а сейчас ему 19, это было 17 лет назад. И мой муж, он как-то вышел на этот сайт Майпур ТВ, и он сказал: «Шьяма, Шьяма, ты не представляешь, что Майпур показывают в прямом эфире, ну, как бы, онлайн». И там были такие камеры, я не знаю, может, кто-то вот застал, вот это начало. Камеры, которая давала фотографии, она поворачивалась какой-то периодичностью, несколько там, может быть, раз, там, 10 секунд, и выдавала фотографии черно-белые, очень плохого качества, очень такие, ну, знаете, как в тумане там. Вот. И я помню, что я вставала, когда начинался Мангаларати, Майпури, я включала компьютер и наблюдала за этой камерой. И камера, она не всегда попадала на божества, потому что она вот в таком своем порядке поворачивалась вокруг алтарной, и я могла наблюдать 10 секунд, там, например, кусочек стены, потом там кусочек пола, там, потом кусочек чадра, это была великая удача, потом вдруг это было лицо Кришны. Вот. И потом все это развивалось, стало развиваться, потом, и потом стало видео получаться. И оно тоже было черно-белое сперва. Оно было очень плохого качества. И представляете, что мы сейчас имеем? Это невероятная удача, дорогие преданные, потому что мы имеем возможность в Екатеринбурге жить в Майпуре фактически. То есть я вот... Конечно, разница есть, но когда ты сюда как бы, приезжаешь, и когда ты там постоянно смотришь Майпур, то такое чувство, что не очень-то что-то изменилось. Вот. Хотя, конечно, такая Ачинтья, да, то есть и Майпур, он дает вот эту свою бхаву. Майпур дает вот это понимание могущества миссии Господа Чайтаньи. И он проявляется, еще раз говорю, он проявляется через преданных. И майпурский бхагаватам, он влияет на наш бхагаватам, который мы проводим в Екатеринбурге. Поэтому это очень ответственное служение майпурских преданных. Оно фактически влияет на развитие сознания Кришны и в других ятрах. Потому что я часто цитирую, да, майпурский бхагаватам, когда я даю класс, например, в Екатеринбурге. Здесь очень квалифицированные лектора. Вот. Здесь место, наполненное внутренней энергией. И когда преданные задают здесь вопросы, эти вопросы, они служат другим преданным. То есть эти вопросы не для себя. То есть эти вопросы, на самом деле, если даже мы, те, кто посещает здесь этот класс Шримад Бхагаватам, может быть, они не видят этого, не чувствуют. Но эти вопросы, это как мудрецы Сута Госвами, да, собрались и стали спрашивать, и он сказал им, что эти совершенные вопросы, они для блага всего. Так вот эти вопросы в Майпуре, они служат для блага всех преданных. Для блага всех преданных. Когда вы задаете эти вопросы, это вы тем самым служите другим преданным, углубиться в этот Шримад Бхагаватам, да, который дают здесь очень возвышенные преданные, понять еще больше. Вот, поэтому это служение, за которое я очень благодарна майпурской ятре. И этот стих, он нас подводит к тому, что здесь, конечно, очень возвышенные вещи говорятся, но из каждого стиха мы можем понять, а как нам действовать. Потому что вот если мы читаем Чайтанья Чаритамриту, вся Чайтанья Чаритамрита — это отношения с Господом и как Господь взаимодействует со своими преданными. И все, что там описано, мы это проживаем в своей жизни. У нас точно такие же ситуации. Если мы будем внимательно разбирать каждую игру Господа Чайтаньи со своим преданным, мы увидим, что там очень-очень много для нас наставлений и уроков. Также в Шримад Бхагаватам. Несмотря на то, что мы читаем возвышенные вещи, и порой мы не знаем, как их комментировать, но мы
должны подумать, а что тут, какое указание Кришны здесь для меня? Вот, и Удхава, он приехал Гопи как наставник. Кришна его послал успокоить Гопи, да, он передал послание. Вот, и Удхава, это Шрила Прабхупада пишет в том же «Источнике вечного наслаждения», что Удхава играл роль духовного наставника Гопи. Вот, поэтому он приехал и пытался, он пытался их успокоить, он пытался дать вот это трансцендентное знание, и он их успокоил. И Шрила Прабхупада, он пишет в «Источнике вечного наслаждения», что, ну, это, кстати, открою. Что Удхава, сейчас вот я, что Удхава, он внимательно наблюдал за состоянием Гопи. То есть он пытался понять, что же для них сейчас лучше. И он решил, что самое разумное — говорить вновь и вновь о тех лилах, которыми Гопи наслаждались вместе с ним. И дальше Шрила Прабхупада пишет, что советы и наставления Удхавы спасли Гопи от неминуемой смерти, и Гопи с признательностью ценили сказанное им, оказанное им благодеяние. Удхава вел себя в этом случае как духовный наставник Гопи, и в ответ они оказали ему такое же почтение. И вот из этой, из этой лилы мы можем понять, я так медитировала, я подумала просто, что на самом деле Господь Кришна хочет, чтобы мы были все духовными учителями. Господь Читания говорил: «Киба випра, киба няси, шудра кенинае, ве Кришна датва вита сей гурухая». Стань духовным учителем, независимо от того. Отождествляешься ты с брахманом, с саньяси, шудрой. Может, даже у тебя есть качество шудры просто. Шудра — это, он не наставник обычно. Но если ты знаешь эту науку о Кришне, ты должен стать наставником других. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что нет для меня служения важнее от преданного, чем когда он раскрывает это знание другим преданным обо мне. И Господь Читания хотел, чтобы мы все стали духовными учителями, то есть духовными наставниками, потому что у нас есть это знание о Кришне, мы уже его получили из книг Шрила Прабхупады, мы получили его от Шрила Прабхупады, и мы должны очень ответственно отнестись к этому. Мы должны его отдавать, мы должны проповедовать. И каждый из нас является наставником. Независимо от того, сколько мы времени в сознании Кришны, система парампарана так работает, что мы одновременно и младший, и равный кому-то, и старший преданный. Даже если мы 2 дня назад пришли в сознание Кришны, мы уже стали для кого-то старшим преданным, и мы можем кого-то наставлять. И мы можем понять, что Господь нам дает этих подопечных. То есть у каждого из нас есть преданные, кому мы можем помочь. Потому что это единственное занятие в материальном мире — приводить душ к Кришне, приближать их к Кришне. А преданные — это уже необычные души, как описывается вот здесь, вот гопи. Гопи, они оставили свои семьи, они оставили свои привязанности, родителей, мужей. И преданные, они сделали то же самое. Уже на своем уровне они сделали то же самое. Они отреклись от материальной жизни. У них уже есть эта крупица вот этого отречения. Они уже изменили свою жизнь. Может быть, несмотря на протесты тоже своих семей, своих родителей. Очень часто такие истории. Мы в детстве сами пришли также. Вот. Моя мама сказала: «Я видеть тебя больше не хочу». Вот. Ну, это быстро прошло, потому что материнская любовь, она есть любовь. Вот. Но мы прошли через это, да. Мы имели эту потенцию отречься и имеем сейчас. И поэтому этим преданным, которые младше нас, мы должны помогать. То есть мы должны быть духовными наставниками. Так же, как Удхава приехал, и он внимательно наблюдал за Гопи.
А чем им сейчас помочь? У него была миссия от Кришны. Но он не просто, ну, как бы стал делать по какому-то своему плану. Нет, он внимательно думал об этом. Каким образом вот сейчас в таком состоянии помочь гопи? И также мы. Каждый из нас наставник для каких-то других преданных. Я не сравниваю младших преданных, конечно, с гопи. Тут другая трансцендентная история. Но сам принцип мы можем взять, что наша жизнь сознания Кришны, она должна быть посвящена тому, что мы служим своим подопечным. Мы помогаем кому-то подниматься. Нам кто-то помогает. Мы тоже в роли подопечных. И нам тоже дают эту любовь, и нам тоже дают эту поддержку, и нас тоже терпят, потому что мы не видим, насколько мы сами не сможем увидеть, насколько мы загрязненные. Нам должны показать это, вот, чтобы мы менялись. А чтобы показать это, чтобы мы это приняли, нужна любовь. И мы точно такие же наставники, мы должны быть духовными учителями, несмотря ни какие у нас качества. Читан Чандрачаран Прабху говорил, что, ну да, как бы нет качеств, оскверненное сознание. Ну, предлагай Кришне, служи Кришне в таком сознании. А что еще остается делать? Ждать, когда мы очистимся. Так мы и очищаемся этим процессом. Мы очищаемся процессом тем, что мы помогаем другим. У нас другого процесса нет. Если мы просто пытаемся стать чистыми, пытаемся просто культивировать свою чистоту и не отдаем. Для чего мы культивируем свою чистоту? Вот такой своей чистоте мы просто будем летать в Брахмане, потому что нет отношений. Ну, то есть вот это, как этот поток милости, он не передается. То есть у нас нет этой любви к личности. Если нет любви к личности, ну, есть имперсональное облако или что там оно, как свет. Там очень можно хорошо поселиться, никто не будет беспокоить. Но в том-то и дело, что у нас есть эти беспокойства от младших преданных. Если мы принимаем их, и если мы не отвергаем их, если у нас, для нас это не беспокойство, а это величайшее служение, которое доставляет нам наслаждение трансцендентное, потому что Господь доволен, то мы обретем эту чистоту. Не надо бояться, ну, как бы оскверниться, что младшие преданные или еще... подопечные, тем более там люди на улице нас тащат там на свой уровень. Нет, если мы в проповеди, если мы имеем это желание и любовь помогать, то оно нас защищает, и нам дается этот разум, и нам дается это знание, а как помочь этому человеку. То есть как Удхава наблюдал за гопи, так и мы. Мы видим уровень этого преданного. Когда мы выше, мы видим, какие проблемы у тех или иных преданных. Они не могут этого увидеть. Поэтому мы ведем их, мы общаемся на самом деле с их душами. Мы ведем их через вот эти, ну как бы сказать, ну, нечистое, может быть, какое-то сознание, которое они могут даже не отслеживать, которое у них, ну, покрыто, что ли, да, покрыто какими-то своими желаниями, еще обусловленностью. И сознание Кришны они могут даже использовать для каких-то своих, ну, как сказать, они даже могут этого не осознавать. То есть просто это такая привычка, но преданный старше, он это видит. И он добровольно принимает на себя это, ответственность и эту обязанность, и эту аскезу, которая на самом деле сладкая, он добровольно принимает соприкасаться, может быть, с их какими-то анартхами, с тем, чтобы провести их через эти анартхи. Как сказал Читан Чандрачаран Прабху, но мы все нечистые. Как тут можно ждать какого-то чистого общения? Нет, мы просто помогаем друг другу. Была одна лекция, это вот тоже из Майпура. И лектор сравнивал эту дорогу, по которой мы идем. Он сравнивал, эту дорогу, она ведет на гору. И там наверху стоит Господь Читания.
И эта дорога, она усыпана осколками стекла. Вот. И мы идем по этой дороге. Мы идем по этой дороге. И вот представляете, каждый там, конечно, со своей скоростью, так сказать, каждый со своими проблемами. И мы ранимся об эти осколки стекла. Осколки стекла — это наше нечистое сознание, анартхи. Мы ранимся. Но что мы делаем? Мы встаем, мы опять идем. И не только встаем, мы еще поддерживаем того, кто тут рядом упал. И вот такие вот мы израненные, так сказать, окровавленные, идем куда? И мы идем к Господу Чайтанья. Вот. И это на самом деле блаженство. И поэтому мы принимаем эту ответственность быть наставниками. Мы также принимаем эту ответственность быть учениками. Для чего? Для того, чтобы потом быть наставниками. Господь Чайтанья говорил: «Стань духовным учителем». Шрила Прабхупада говорил, что каждый должен стать гуру в этом движении, потому что так распространяется милость Господа Чайтанья. Не наша милость, его милость. Через кого он будет распространять? Через армию Господа Чайтанья. Мы в этой армии Господа Чайтанья. И мы не отвергаем, мы не боимся общаться с, ну, как с анартками, что ли, других, потому что мы, это как квест, знаете, вот такой трансцендентная игра. Господь Кришна, он очень непредсказуем. И для него это все игра. Может, для нас это очень, конечно, серьезно. Для него это игра. Игра, как привести эти души к себе. Вот. И если мы воспринимаем это как игру, что вот, это ж надо. Кришна мне послал такого человека, он мой подопечный. Но так или иначе, он мне чувствует доверие. То есть кто-то к нам всегда чувствует доверие, кто-то к другому преданному чувствует доверие. Это распределение, оно происходит само по себе. Это есть дерево Господа Чайтанья, которое растет, оно уже есть. Мы просто занимаем здесь свое место. И вот это желание помогать Господу Чайтанья, оно позволяет нам занять именно свое положение по плану Господа Чайтанья. И оно позволяет нам принять наставления именно от тех преданных, которые нам предназначены как наставники, и передать эти наставления именно тем преданным, которые Господь Чайтанья предназначил нам как подопечные, которые вдруг из сердца имеют нам доверие. И мы не должны отвергать или игнорировать этих преданных. Мы должны принять это как, ну, как личное служение Господу Чайтанье. И несмотря на то, что они могут нам и докучать, они могут не понимать чего-то. Это, знаете, это как вот... Ну, нельзя как бы пренебрежительно относиться к этому. Нельзя превращать это в шутку. Даже если это проблема, может быть, нам, ну, кажется, ну, такая незначительная. Ну, вообще, ну, преданный, ну, он споткнулся просто. Он просто упорствует. Он просто одно и то же вот что-то вот, ну, настаивает. И это, знаете, обусловленность, через которую преданный, может быть, порой не может перейти. Ему нужна помощь. И все, что он говорит, на самом деле, это крик о помощи. Вот так мы должны рассматривать то, что говорят нам преданные. Они из-за своей обусловленности просто они даже не понимают, что они просят помощи. Но старший преданный это видит. И его искусство, его квалификация провести этого преданного через этот, ну, через, ну, вот этот вот блок, который он имеет, через эту анартху и вести дальше. Не отвергать его, не смеяться на нем. Это как, знаете, как капризный ребенок. Ребенок, он может, ну, где-то упорствовать, да, Но мама, она сострадает этому ребенку. Она видит, что ребенок не может преодолеть вот эту свою тамагуну просто. Ну, у ребенка она тамагуна, да, ну как бы. Вот. И она сострадает, она думает, а как снять с него вот это состояние, чтобы ребенок дальше развивался. Она ему помогает, и также и мы видим, как, если мы хотим помогать, если у нас это есть сострадание, Кришна нам даст обязательно разум, как помогать преданным, как помочь пройти ему через какую-то проблему, даже если он упорствует в ней, и может он даже отказаться от нее не хочет, но это суперквалификация наставника, который незаметно,
Но сделает это. Он проведет это, этого преданного через эту проблему и даст ему возможность развиваться дальше, не остановиться. И это очень серьезно. То есть то, что нам кажется, может быть незначительным, но для кого-то это очень серьезно, это нужно серьезно к этому отнестись, не видеть в этом помеху для своего духовного пути, потому что на самом деле то, что мы отвергаем это служение, это и есть помеха для нашего духовного пути. У нас нет другого служения, кроме как помогать преданным. Крипанетхи Брабу тут несколько дней назад лекцию, он сказал, прежде чем обрести Кришна прему, мы должны обрести девойти прему к преданным. И это то, что нравится Господу Чайтанье, Господу Кришне, это есть личность, это вот отношение к личности. Если мы проявляем равнодушие, если мы чувствуем, что этот преданный может, уже настолько надоел, знаете, иногда младшие преданные, они достают, рассказывают, надо им рассказывать, да, у них этот ум беспокойный, и вы знаете, там, одно и то же там говорят и говорят целый час. Вот. Но если мы проявляем в этот момент равнодушие, они это чувствуют. Не думайте, что младшие преданные ничего не чувствуют. Они чувствуют. Даже человек пришел в сознание Кришны один день, он будет очень тонко чувствовать, ждут его здесь или нет, нужен он кому-то или нет. Если он не нужен, не то, что он уйдет, но как есть такое, знаете, качество. У Кришны оно есть. Так у живого существа-то, мы же экспансии маленькие Кришны, оно тоже проявлено. Когда живое существо чувствует, что оно не нужно, оно отрекается от этого места, от этого общения, что ли. То есть оно не нужно. Как Кришна, знаете, если он чувствует, что он не нужен живому существу, которое ушло в материальный мир, что Кришна делает? Проявляет параматму. Параматма беспристрастна, безэмоциональна. Она просто наблюдает, как в кассе, понимаете? Набрали, рассчитались, получите. Вот что делает Кришна. Он нас сопровождает. Но как только живое существо подумало о личности, только оно воззвало Кришне как личности, потому что это естественная потребность души в человеческом теле, она всегда проявится. В какой-то момент она проявится. Как в самолете все верующие, да, когда самолет начинает трясти. Потому что это естественно. И как только оно вспомнило о личности, как параматма превращается просто в чатья гуру, она начинает говорить, куда этому живому существу идти. Она начинает его... дает указания. В конце концов, если это желание развивается у живого существа, она дает ему духовного учителя извне и дает общение с преданными. Поэтому у нас тоже есть эта потенция чувствовать, нужны мы или нет, как и у Кришны. И если мы чувствуем, что мы не нужны, если преданный, младший, как почувствовал равнодушие с нашей стороны, то... Он оставит это общение. Если он если тут не нужно его общение, его проблемы не нужны и так далее, он оставит это общение. Вот. И если мы подумали, и слава Богу, то это наша дисквалификация. Потому что это не слава Богу, это то служение, которое мы отвергли. Ради, может быть, чего? Ради своего комфорта, спокойствия, может быть, ради нашей чистоты, потому что этот преданный, он такими беспокойствами ума нас так занимал. Но что мы будем делать со своей чистотой? Нам просто абсолютная чистота без взаимодействия со служением не нужна. Мы занимаем все, мы занимаем в том числе свою чистоту сознания Кришны. Нам не нужна просто чистота. Кришна нам ее дает, чтобы мы ее заняли. Как мы ее заняли? Эта чистота нам позволяет еще больше помогать преданным, еще больше подняться над их, может быть, какими-то анартками. Да? Конечно, я говорю сейчас
В относительной степени у нас есть какая-то, есть чистота, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но даже эту крупицу чистоты мы занимаем для чего? Для того, чтобы поднять других преданных, помочь им приблизиться к Кришне. Вот. И итог какой этого всего? Что на самом деле, как Удхава, он увидел, в конце концов, он оказал это служение как духовный наставник. Хотя гопи, они выше его по расе, так скажем. Они все чистые, преданные, да? Но он увидел, что гопи, они имеют большую любовь. Хотя в духовном мире как бы все абсолютно. Но так он увидел. И в конце концов, благодаря тому, что он оказал это служение, стать духовным наставником гопи, что Удхава обрел? Он обрел свое место во Вриндаване. Он увидел это место. Он его вряд ли видел, будучи в Двараке. Он же, наверное, не думал в Двараке, что дай-ка я стану пылинкой во Вриндаване. То есть это, наверное, таких мыслей не посещало его. Вот. Но благодаря тому, что он сыграл эту роль духовного наставника, он стал духовным учителем на какой-то момент, он попытался помочь гопи, он попытался сделать это внимательно, наблюдая, а что он должен дать им. Он понял, что нужно обсуждать с ними лилы Кришны. Это то, что их спасет. Что он приобрел? Кришна дал ему место во Вриндаване. Это то, что мы тоже приобретем, выполняя это служение, выполняя служение наставника и духовного учителей, тех подопечных, которых Кришна нам дает. Таким образом, мы и будем чистыми, и мы так и к Кришне ну, и придем, и будет у нас наше место во Вриндаване. Как это невысокопарно звучит. Вот. Что-то я, наверное, все. Вот, дорогие преданные, я на самом деле тут договорилась с преданными, которые будут меня поддерживать, задавать, как только я запнусь, вопросы. Я перед тем, как дать эту, ну, как бы вот вообще сесть на это место, вчера уже группу поддержки себе создала. Сказала, почему они сегодня с флагами не пришли, и вообще, как бы, ну, так сказать, что за группа поддержки. Вот, я вчера, имела общение с преданными, с Даямой Туласи, с Авартаной Харией мы обсуждали этот текст. Это было очень нектарное общение. Потом я написала Анирудхе Прабху, написала «Спасайте, кто может». Анирудха Прабху мне выслал 5 лекций, которые я, видимо, должна была вчера прослушать. Я их, конечно. Причем среди этих лекций была и моя собственная, прочитанная в Екатеринбурге. Вот. Не догадайтесь, какую лекцию я включила. Там было Васишешка Прабху, сам Анирудха Прабху и другие возвышенные преданные. Но вот одну лекцию я включила, чуть-чуть ее прощелкала. Вот. Да, это был бы правильный ответ, но я включила свою собственную лекцию и прощелкала ее. Ну, потом поняла, что, в общем-то, время потеряла. Вот, дорогие преданные, я вам всем очень благодарна. Майпур — это моя жизнь и душа. И все преданные, которые живут в Майпуре, выполняют это незаменимое служение. Поверьте, вы очень-очень дороги российским преданным. Некоторым российским преданным особенно. Потому что, поймите, пожалуйста, что то, что мы выходим там на харинамы, то, что мы там проводим класс Шримад Бхагаватам, в этом есть ваше участие. Есть ваше участие непосредственно, потому что эта энергия исходит отсюда. Когда я стою на харинаме, я представляю Майпур. Я очень хочу, чтобы этот Майпур распространился на те души, которые идут сейчас мимо харинамы, которые вообще не слышали Хари Кришну. Ну, на самом деле сейчас многие слышали Хари Кришну. Вот. Удивительно, прямо видно, как золотой век наступает, потому что очень многие знают Хари Кришну, очень много относятся очень хорошо к харинамам. Ну, то есть, если раньше, там, в 90-е годы, у 90% людей вызывало недоумение наши харинамы, да, может быть, какой-то негативный такой
отклик, то сейчас, ну, ситуация прямо наоборот. У 90% людей, они принимают харинамы. Они тут же присоединяются, тут же начинают танцевать. Стоят, ну, на харинаме, там, ну, 2 часа они могут простоять. Они куда-то шли, они просто забыли, куда они шли, они просто встали рядом. И 2 часа простояли. Не каждый преданный еще 2 часа поучаствует в харинаме. А тут просто человек стоит, и все. И потом они уже начинают петь. Когда мы говорим в конце харинамы Шрила Прабхупада Киджай, все руки поднимаем, они тоже начинают поднимать руки и просто кричат. А-а-а, вот так вот все, вот так, знаете. А потом нам аплодируют и говорят: браво, браво. Вот. И это все откуда исходит? Это исходит из Майпура. И то, что они чувствуют, то, что они чувствуют, эти души, ведь они не просто так там встали и 2 часа простояли, они чувствуют это блаженство, которое присуще этой душе, но которое проявляется в санкиртане, которое исходит от Господа Читания, которое исходит от Майпура. И если мы распространяем Майпур, и у майпурских преданных, я еще раз хочу вам сказать, дорогие преданные, это особо важная миссия — проявлять здесь игры Господа Читания, проявлять этот Майпур все больше и больше на нашей планете, потому что отсюда идет эта энергия во все ятры, на все харинамы, во все храмы. Шримад Бхагаватам — это образец. Если в Майпуре Шримад Бхагаватам, он будет, он и есть вокруг Господа Кришны, вокруг. То есть он не, как сказать, не... но имеет такую квалификацию высокую, да, чтобы не отклоняться ни на мгновение от Бхагаватам, чтобы все вопросы были совершенными вопросами, да, на которые вы получаете совершенные ответы. Это то, что распространит влияние на наш Бхагаватам. И оно распространяет свое влияние на Бхагаватам других ятр. И это очень большая ответственность. Эти преданные, которые поддерживают служение божества, которые поддерживают киртаны, да, которые поддерживают санкиртану, распространение книг, харинамы, это все имеет, так сказать, не местное значение. Это все распространяется за пределы Майпура. И мы тоже стараемся распространить Майпур. Мы приезжаем сюда, чтобы получить это, чтобы взять вот это настроение, мы почувствовать блаженство Господа Читания, который здесь на самом деле сейчас проводит санкиртану. И это чувствуется. И мы приезжаем туда, мы выходим на харинаму, и те души, которые останавливаются, которые просто мимо проходят, просто пляшут, они это чувствуют, они даже не понимают, откуда это блаженство исходит. Вот. Ну вот, извините, пожалуйста. Харе Кришна. Спасибо, Матаджи, за этот класс. Искренне я говорю спасибо, потому что Удва пришел в Вриндаване. Почему? Почему Кришна его послал? Чтобы сделать связь, дорогие. Связь Двараки, настроение Двараки и настроение Вриндава. И эта лекция помогла мне понять, потому что когда мы регулярно посвящаем Бхагаватам, у нас иногда получается это механизм. Это что-то не... Это важно, но не настолько важно, как говорила Матаджи. И эта лекция нам дала то, это связь с передовой линией, где харинами там на место проповедуют люди. И это замечательно. Потому что для меня, я думаю, чувствую здесь не как... в бою. Чувствую здесь как штаб. Я гуляю, я просадом принимаю. Они там дрются. Они там в мае, вот в это время они распространяют движение санкиртан. Спасибо большое.
Хари Кришна, Матаджи, большое спасибо. Я много уже не могу говорить. Я только хочу скажу, что у вас мы увидели самопроявленное божество Бога. Хари Кришна. Простите, пожалуйста. Дорогие преданные, я еще хочу сказать, что на самом деле, ну вот как Нарада Муни сказал, вы не чувствуете себя в бою, но вы в бою, каждый на своем месте. Удивительно, что Удхава, он понял гопи, приехав во Вриндаван, он не понял бы гопи в Двараке. И Кришна знает, что Удхаву нужно послать во Вриндаван, чтобы он там обрел это место во Вриндаване. И то есть каждый из нас, он на своем месте, чтобы обрести то, что Господь нам приготовил. Поэтому в Майпуре вы чувствуете себя на передовой, на самом деле. Вы вместе с нами, просто вы в другом месте. Вот, понимаете? У вас здесь незаменимая миссия. Мы все в этом калейдоскопе, в этом, знаете, пазле Господа Чайтаньи, который, если мы синхронизированы, да, в этом своем желании участвовать в миссии Господа Чайтаньи, нас Господь Чайтаньи поставит именно на то место, на котором мы должны быть. Мы не сами тут оказались в Майпуре, понимаете, Нарада Муни Прабху. Это миссия Господа Чайтаньи, это его видение. Не можем мы тут как бы спорить. Наше дело не сопротивляться. Сколько бы я ни хотела, так сказать, остаться жить в Майпуре, я не живу в Майпуре, понимаете? Я еду в Екатеринбург, и там моя кшетра. И я как бы это ясно понимаю. И мое, может быть, горячее желание, оно параллельно существует с этим пониманием, что я должна быть в Екатеринбурге. То есть я сюда приезжаю, да, и каждая поездка в Майпур, это, знаете, это совсем разное. Разный Майпур открывается, совсем разный. Ты не можешь приехать в Майпур так же, как ты приезжал. Ну, не так часто я здесь и бываю, там вот, в общем, какой-то периодичностью я высчитала раз в 5 лет. Ну, это вообще как-то так, скажем, периодичность, которая немного удручает. Но последний раз я была в Майпуре 4 года назад, и если бы не пандемия, то это бы вот периодичность стремилась, в общем-то, к уменьшению. Вот, но, видите, планы Господа такие, что пандемия, туда-сюда, и вот опять через 4 года я здесь. И я, когда ты приезжаешь в Майпур, ты думаешь, а что здесь Господь приготовил? Каждый из преданных, он должен задавать этот вопрос Господу. Что ты для меня приготовил? Какое место я должен? И в каждом месте что я должен получить? То есть я приезжаю в Майпур, я прошу Господа, дай мне то, что я должна получить в эту поездку, потому что это для служения моего. То есть я должна это потом распространить или еще как-то. Или это просто очищение моего сердца, которое проявится в моем служении тоже. Вот. Поэтому мы все, каждый на своем месте. Если мы не сопротивляемся Господу Чайтанье, то Господь Чайтанье, он лучше знает, где и как нам получить эту прему Господу Чайтанье. Вот, да, Дарья Лила, извини, пожалуйста. Вот, а что касается вот этого вот слова какого-то наставник, оно... Какое слово? Наставник. Ага. Оно у многих, ну, у меня, я не сказала бы, что оно имеет какой-то такой официальный, формальный смысл, но для многих все равно оно звучит как что-то такое, что вот мы должны принять наставника, я должен стать наставником, как что-то такое более-менее формальное, закрепленное, вот у меня такой-то, такой-то подопечный. Но ведь это может принимать самые различные формы, ну, как я понимаю, ну, то есть... Правильно ли я понимаю? И еще такой вот момент, например, ну тут же в Майпуре или где-то преданный занят, ну, например, Майпур. Тут служение, как правило, столько, что, ну, простите, что иногда даже голову не поднимешь, то есть, чтобы, ну, пообщаться с кем-то, вот. И как вот быть, потому что, ну, вроде бы как ты никому, получается, толком-то и не помогаешь. Формально я могу объяснить, что я помогаю кому-то,
кто помогает другим, младшим в том числе, там, или, в общем, в широком смысле. Я могу теоретически это понять, но вот практически это очень трудно тоже принять. Вот. Хари Кришна. Ну, первая часть вопроса. Наставники бывают разного как, функционала, что ли, так скажем. Есть административные наставники, просто это менеджеры, да, ну вот руководитель департамента, например, он тоже наставник, но он наставник в твоем практическом служении, получается. То есть он, ну, ты говоришь, что делать, он говорит, что делать. А наставник, который ведет нас к Кришне именно, как гуру, чайтья-гуру, это из сердца идет. Здесь невозможно умом выдумать. Это как выбрать духовного учителя. Это же то же самое, это же та же гуру-татва. Тоже мы же не можем тут вычислить. А давай-ка, вот тут преданные, и все вот бегут к нему наставники, и я тоже туда же. Нет. Ну, то есть это все, это сердце приняло, и все. То есть это же как бы, ну, и вот он наш наставник, и все. И он чувствует то же самое, это обоюдная связь, то есть она вот каким-то образом проявляется со временем. И потом наставник может быть такой глубокий наставник, да, ну то есть которым ты как бы, ну вот, который видит тебя вот прям до глубины сердца, вот понимаешь, такая квалификация. А есть наставник, друг может наставник просто, мы же тоже, даже в дружеских отношениях проявляется всегда гуру-ученик. То есть мы когда разговариваем друг с другом, и кто-то что-то сказал, что так, ну, просто он по-дружески сказал, ну ты что, совсем что ли? Как бы, ты посмотри на себя, ты вообще в тамагоне просто. А это же наставление, да? Вот, то есть наставничество, оно всегда проявляется, оно вокруг нас просто витает в воздухе, это наставничество, мы просто принимаем это. Вот как в 11-й песне, да, там 26 гуру, да, этот, Брамана Вадхута, песни про Пирта. 26, да, по-моему, вот у нас тут сидят эти ведантисты. 24. Вот. Или 26. Ну, в общем, ладно. То есть, и там как раз это вот описывает, что откуда наставничество-то берется. Оттуда. Ну, все увидел как наставление, да? Вот. То есть, ну, как бы вот разные наставники, мы должны это различать, это все. Но это как-то естественным образом проходит. А как мы должны быть наставниками? Это не означает тоже какая-то схема единая, что мы должны говорить. Ну, то есть в какой-то момент мы говорим, мы сокровенное что-то поверяем, ну, как бы сокровенно говорим этому человеку, помогаем. В какой-то момент мы что-то для него просто сделаем. Просто, может, улыбнулись ему. Вот, потому что вот это наставничество, оно дает вот эту остроту восприятия, как бы вот это ощущение, что нужно сейчас человеку, да, чтобы его поддержать, чтобы его приблизить, например, да, к Кришне, чтобы у него, ну, как бы вот этот потенциал появился дальше идти или укрепился этот потенциал. То есть вот это вот просто внимательно, если мы хотим быть мистией Господа Чайтаньи, он будет действовать через нас прямо, мы даже об этом думать не будем. Ну, в смысле, что думать будем только о том, что хотим. А вот как? Это вот прямо здесь и сейчас это проявляется. И все. И вот на этой волне мы как бы и становимся наставниками. С кем-то нужно целый час поговорить, например, да? А кому-то не надо целый час говорить. У него еще ум больше будет беспокойный. У него еще больше запутаете. А кому-то надо строго сказать. Он может быть готов к тому, чтобы, да? Ему же надо строго сказать. Нечитань Чандра... Чаран Брабу, он может сказать Шамахрудине, что за вопросы вы задаете вообще? Ну, то есть, вот и все, вся проповедь мне. Я понимаю все, что нужно. Понимаешь, да? Ну, то есть, тут все на параматме. Это же параматма, чайтья-гуру, а мы как бы включаемся в этот процесс, просто распространяем это вот, вот эту гуру-татву. Вот. Да, очень много всяких извилин, да. Я предлагаю, или как-то я сам тоже так делаю, надо ухватить это качество Кришны, наставление же Бхагавад-гиты, да. Вот это качество ухватить, почувствовать себя, предаваясь Богу, да, и тогда все получается наставничество. Хари Кришна. Да. Качество Кришны, наставника, надо принять. Все.
Хари Кришна. Большое спасибо еще раз. Спасибо вам, дорогие преданные, за класс. Крантара Шриман Бхагаватам Ки Джай. Да. Все мои поклоны, дорогие.